Вы готовы, Микаэл? Микаэл сказал, что мы готовы, а это значит, что я объявляю следующую пару. Красный угол. Анатолий Данилюк по прозвищу Бобер. Здорово. Здорово. Как тебя зовут? Толик. А фамилия? Данилюк. Данилюк Анатолий. Сколько тебе лет? 25. Есть прозвище? Да, есть. Бобер. А чё Бобер? Он вот так вот с детства. Грызёшься? Ну, конечно. Я понял. Разрываю. Откуда ты? С Одессы. Работаешь, учишься? Тренирую. Тренируюсь и тренирую, да. По тайскому боксу. Почему решил драться на голых кулаках? Нравится мне адреналин, то есть эмоции. Ты уже дрался? Уже, да, дрался. Отлично. Не, какая у тебя база? Тайский бокс. Я думал бокс. Тайск. Какой клуб какой представляешь? Клуб Свора. Бойцовский клуб Свора, да. Какой коронный удар или комбинация? Все короны. Все короны. Каждый короны. Ну, конечно. Левой короны и правой похоронной. Вот оно. Я понял. Ну, на кого из персонажей игр или фильмов ты похож, или кто тебе нравится? Ну, не знаю, если там на 8 загулять, там, опа, в Халка я могу превращаться. Халк? Там такое, в Халка превращаться, о, иногда, Халк, когда дергает, да. Есть план на бой, Халк? Разобрать. Что делать? Выйти разобрать. Что-то хочешь еще сказать, добавить? Нет. Всем привет. Спасибо. Ему 25 лет, его вес 70 килограмм, его рост 1,72 м, он представляет Одессу, его база тайский бокс, но Анатолий уже неоднократный участник кулачных боев. Поддержим его! И соперник Анатолия, боец синего угла, Виталий Черкашин. Привет! Привет! Как тебя зовут? Меня зовут Виталий. А фамилия Виталий? Черкашин. Сколько тебе лет, Виталий? 31. О, так ты самый взрослый. Да я самый старый, да. Есть прозвище? Граф. Граф. А почему? А потому что я голубых кровей, походу. Откуда ты? Я с Херсона. Работаешь, учишься? Я работаю также в IT-сфере. Я программист. Ничего себе, круто. Слушай, так мы с тобой подружимся. Все почему возможно. Решил драться на голых кулаках? Если честно, люблю просто подраться, а тут еще и денег заплатят, ну типа, прикольно. Не просто там подерешься на улице, как, ну. Какая у тебя база? ММА. Какой коронный удар или комбинация? Ой, буду печень, конечно, ловить, стараться, ну а там как пойдет. А там будем стараться и навстречу что-то ловить, апперкоты какие-то. Посмотрим, как пойдет. Какой персонаж игр тебе нравится, или там фильмов, или комиксов? Скорее всего, наверное, больше всего Джон Вик, да. Да. Есть план на бой? Есть план на бой. Отработать первый раунд, прощупать, а там уже как будет, как пойдет. Хочешь что-то добавить, сказать? Хочу сказать, что спасибо вам за возможность поучаствовать. Очень прикольные декорации. Пока что мне все нравится, спасибо. Мне тоже, спасибо тебе. We'll be right back.
самый взрослый боец нашего турнира. Ему 31 год, вес 70 килограммов, рост 1,73 м. Он представляет Херсон и его база ММА. У него очень много регалий, я просто их все не записал сюда, поэтому извините. Бойцы на середину. Жаль руки, слушай мои команды. Правила не нарушаем. По углам. Файт! Давай, Толя! Дергай, дергай его! Ищи, ищи, Толь, давай! Да-да-да-да! Положи! Ладно! Толя, накажись снизу! Файт! Двигаемся! Накажись снизу! Давай, двигаемся! Вот туда, еще! Давай, давай! Да, да! Не бороться! Не бороться! Стоп! Не бороться! Пальцами лицо! Не бороться, осторожно! Толя, руки! Руки! Движение твое, да. Все. Ну, хорошо! Не выпить! Снизу, Коля, снизу поднимай! Не бороться! Не бороться! Начни сам, братан, начни! Дерни! Держим руки! Правый снизу левый! Коля, правый снизу левый! Начни сам, жди его, начни! Правый снизу левый! Так, именно левый! Делай удобно, да, еще! Делай удобно! Давай, давай, еще! Давай, Коля, давай! Давай, съешь его! Печь! Не бороться! Да, 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 да,
4, конечно, 5, Коля, правый и левый. 6, правый и левый блок. 7, 8. Все. Вань! Анатолий, не грызи только микрофон, я тебя прошу, ты же бобер. Хочу сказать всем спасибо команде нашего клуба «Спора». Всех обнял, спасибо, ребята. Организация, большое спасибо. Два. Спасибо, это было очень мощно. Виталий. О, всем спасибо, это было круто, но он, сегодня он был лучше. В следующий раз я подтянусь. Думаю, все будет круто. Все? А что, ты хочешь? Следующий? Не, там уже большие пацаны. Я объявляю 8-ю пару сегодняшнего турнира первого сезона Street FC, Street Fighting Championship, самой стильной лиги. Валерий Маргуца, красный угол, прозвище Самбист. Здорово. Добрый день. Как тебя зовут? Валера Маргуца. Сколько тебе лет, Валера? 19. Есть у тебя прозвище? Самбист. Почему самбист? Потому что мы ломаем людей. Mm-hmm. Откуда ты? С Одессы. Работаешь, учишься? Пропускаем такое, вопрос. Да. Почему решил драться на голых кулаках? Ну, потому что, ну, хобби такое. Чтоб не на улице, драться, а тут как раз по правилам все. Ну, база, я так у тебя понимаю, самбо. Боевое самбо. Самбо и румба. Ну да. Какой клуб представляешь? Без клуба. Есть у тебя какой-то коронный удар или комбинация любимая? Покажу в бою. На кого из персонажей игр или фильмов ты похож, или кто тебе нравится просто? На Микаэла. Есть план на бой? Ну да, ломать. Ну, проехаться по сопернику. Тогда удачи тебе в поломке соперника. Спасибо.
Ему 19 лет, его вес 90 килограммов, его рост 1,97 м. Он второй самый высокий боец сегодня. Его база ММА, а прозвище самбист, потому что он всех ломает. Боец синего угла. Илья Рак по прозвищу Лёва. Ну привет. Привет. Как тебя зовут? Илья. А фамилия? Рак. Я думал Лагутенко. Как? Лагутенко. Ну знаешь, почему я Лагутенко? Илья из Мумитроля. А, я понял. Сколько тебе лет, Илья? Полных 23. Есть прозвище? Лёва. Почему Лёва? Да, были интимные истории, по которым прозвали. Откуда ты? Из Днепровской области. Работаешь, учишься? Здесь работаю, доучился уже в Днепре. Почему решил драться на голых кулаках? Разнообразить жизнь. Какая у тебя база? Бокс. Какой-то клуб представляешь или сам? Да как бы сам, но тренировался в клубе Одесса от федерации. Какой-то... Ну еще могу передать привет своим ребятам с Днепропетровской области, там, с Вольногорска там. Какой-то коронный удар у тебя или комбинация есть? Да, будем стучать, увидим. Какой-то персонаж игр, фильмов, комиксов, кто тебе нравится? Не определял. Есть план на бой? Есть план на бой, и будем его придерживаться. Хочешь что-нибудь добавить, передать привет маме? Ой, маме, мам, прости, с ней скоро едем в Турцию, буду весь на марафете. А так, сопернику удачи. Спасибо, тебе тоже удачи. Спасибо. Ему 23 года, его рост 1,94 м, вес 99 кг, он из Вольногорска, и его база бокс. В середину, бойцы! Время! Фэй! Можно, пожалуйста, доктора сюда поближе подойти на секундочку?
Илья, ты красавчик. Спасибо. Всем спасибо, публике спасибо. Если мама не увидит моих синяков и не узнает, где я дрался, мы хорошо слетаем в Турцию. Спасибо Борису Ивановичу. В общем, базе бокса. Вот Борис Иванович. Ему благодарность. Организаторам тоже огромное спасибо. Большое уважение моему сопернику. Вот. Да, он на духе. Все-таки он, если честно, он весом меньше меня. И на духе он вышел против меня, потому что некоторые бойцы отказались выходить против меня. И он вышел, он показал бой. Это достойно уважения. Прошу аплодисменты. У меня все. Спасибо.